Слишком долго мы жили порознь, как чужие, отгородившись друг от друга стенами. Но теперь, с завершением хиральной сети, мы сможем пойти дальше, как единый народ. Сегодня мы с вами празднуем рождение новой нации. Новой нации для нового мира, Соединенных Городов Америки. Когда-то я поклялся беречь и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И хотя той гордой республики больше нет, мы остались. И потому, как ваш президент, я даю клятву беречь и защищать вас, народ. Мы больше не будем возводить разделяющие стены и прятать лица за масками. Да здравствует новая Америка. Америка, где можно смотреть в глаза и можно не бояться открывать душу. Привычки держат нас, но я верю, дорогие сограждане, что у нас хватит сил и мужества, чтобы отринуть прошлое и обратить взор в будущее. Выход смерти – часть этого прошлого. Мрачная тень – напоминание о том, что могло с нами быть. То, что мы собрались здесь сегодня, говорит не о силе духа отдельных людей, а о нашей способности сплотиться. Об узах между нами. О нашем совместном величии. Ничто в мире не вечно. В том числе и мы. Но покуда мы ценим мгновение, черпаем радость в ожидании будущего, надеемся и не отчаиваемся, мы выдержим. Президент Бриджит Стрэнд и ее дочь Саманта Америка Стрэнд пожертвовали всем ради надежды на то, что мы, народ, объединимся. То, что они уже не увидят плоды своих трудов, наполняет нас безмерной грустью. Но нас утешает осознание того, что память о них будет жить в хиральной сети и в наших сердцах. Отныне мы навсегда связаны. В этой истории есть еще один герой. Тот, чьи подвиги обречены на безвестность. Америке нужен этот герой. Этот человек, без которого нас бы здесь не было. Его имя не важно. Вы знаете, о ком я. И вот что я скажу этому невоспетому герою. Это ты свел нас всех вместе. Ты исцелил наш народ. И хотя мы рано или поздно покинем этот мир... Ты уходишь, Сэм? Так наскучило быть героем? Да, хватит с меня. Ее нет. Подожди. Надо сказать тебе кое-что. Ха-ха. Тебе это больше не мешает? Это же здорово! Так вот, тебе не интересно, как мы вернули тебя с берега? Мы хотели использовать куклу, но под рукой не нашлось. И тут я вспомнил про другую вещь. Это то, о чем я думаю? Да. Что крепче связано с берегом Амелии, чем пуповина президента Стрэнд? Хартман считал, что для этого она мне ее и передала. К сожалению... Не сработало. Да, она уже отрезала свой берег. Он просто исчез. Мы не знали, то ли она утащила тебя на ту сторону, то ли отправила на другой берег. Мы долго ломали над этим голову.
Хартман и мама порознь пошли прочесывать все берега, куда тебя в принципе могло вынести. Мы искали тебя целый месяц, но, к сожалению, безрезультатно. Месяц снаружи. А сколько внутри? Поверь мне на слово, тебе лучше не знать. Но не волнуйся. Мы не нашли признаков ускоренного старения. В итоге, вот что привело нас к тебе. Когда мы уже были готовы сдаться, Дай Хардман вспомнил про револьвер. Мы пошли за ним, и он завел нас в дальний уголок твоего берега. Там-то ты и был. Мама первая тебя увидела. Она опознала тебя с наблюдательной точки на той стороне. Она сообщила Локни по их связи, а Хартман подтвердил твою позицию в ходе своего погружения. План был такой. Фреджайл должна была забросить меня вместе с Лук тебе, чтобы мы тебя вытащили. Но не так-то просто переместить нескольких человек на чужой берег на продолжительный срок. И вот здесь пригодилась пуповина. Мы сплели их из ДНК президента Стрэнд. Они действуют как узел, связывающий нас. Президент предвидела, что все так и будет. Иронично, правда? Револьвер, с которого начался весь кавардак, стал ключом к твоему спасению. Амелия сказала, что это не только оружие. Не оружие, но леер. Палка, ставшая веревкой. Что ж, можно и так выразиться. Сэм, ты не представляешь, как давно мне хотелось тебя обнять. Я тебе еще кое-что расскажу, Гостайна. Это насчет Клиффа. Мать ББ, некая Лиза Бриджес. Гражданская жена Клиффа. Лиза Бриджес? Убийца Клиффа значится в архиве под именем просто Джон. Служил в спецназе США. И доблестно, судя по всему. Впоследствии стал помощником президента. Она поручала ему мокруху. Согласно записям, после смерти Клиффа он исчез. Его объявили в розыск. Потом сочли, что он погиб. Только, как видишь, этот орешек так просто не раскусить. Наш Джон облачился в маску и взял себе новое имя. Но хиральную сеть не обманешь. Мы подняли старые записи, и мама спрятала их в архиве. Кроме нас, доступ к ним есть только у тебя. Посмотри, если захочешь. Но я тебя предупреждаю. Президент промышляла очень грязными делами. Я ему не верю. Но если надо, я готов с ним работать. Поговорим потом. Сэм! Я не жду, что ты меня простишь. Но хотя бы выслушай. Я убил капитана Клиффорда Унгера. Я мог бы сказать, что ради Америки. Из любви к стране. Но это не так. Все ради нее. Потому что любил ее всем сердцем. Она была для меня всем. Просто всем. Я не пытаюсь перед тобой оправдаться. Я просто хочу сказать, не проходит дня, чтобы я об этом не пожалел. Время не лечит, как и маска. Сэм, дай договорить. Он... капитан
спас мне жизнь. Знаешь, почему я до сих пор живой? Потому что он не давал мне погибнуть. Он каждый раз вытаскивал меня из пекла. И я любил его так же сильно, как и ее. И когда он взглянул на меня, этот призрак, я понял, он пришел меня убить, покарать меня. И был бы прав. Почему он не стал? Он не смог спасти ребенка, Бебе. Вот поэтому он и вернулся. Наверное, когда он увидел, что я стараюсь на благо Америки, он вспомнил, кем был, и он простил меня. Черт! Но я этого не заслуживаю! Мой грех ничем не искупить! Господи! Может, это вместо искупления. Может, он вернул меня, чтобы я кое-что сделал в последний раз. Вот чего он хотел. Чтобы я остался Дай Хартманом. Нет. Не хотел. Кому нужен президент, считающий себя бессмертным? Если не боишься смерти, как можно ценить жизнь? А жизнь сейчас держится на волоске. От привычек трудно избавиться. Но мы должны себя превозмочь. Иначе нам не построить новую Америку. Оружие тебе не поможет. Это ее слова, не мои. Спасибо, Сэм. Здравствуй. Я тебя дожидался. Ну? Он умер? Бедный ребенок, никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. В итоге поступил приказ об утилизации. Нельзя рисковать. Может начаться некроз. Я решил, ты захочешь сделать это сам. Ты можешь попробовать вынуть Лу из капсулы, если, конечно, хочешь. Но это будет явным нарушением отданного тебе приказа. А раз теперь мы правда нация, нужно соблюдать закон.
просто не смог себя заставить. Но и нарушить приказ президента я тоже не могу. Ты пойми. Ладно. Я пойду в крематорий. Пока ты не ушел, мне надо кое-что сделать. Я отключил твои браслеты. В данный момент ничто не мешает тебе их снять. Если это сделать, UCA никаким образом не сможет тебя обнаружить. Ты станешь невидимым. При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится. Надеюсь, ты запомнишь мои слова? Да, непременно. Спасибо за все. Как погода? Зонтик тебе не понадобится. Я все-таки решила пойти по стопам отца. Не бойся, больше я с террористами работать не собираюсь. Я полагаюсь на UCA. Мы первая официально одобренная частная компания доставки. Значит, дела у тебя пошли в гору. Мои поздравления. Спасибо. Стой. Хочу тебе кое-что сказать. Я не убила Хиггса. Духу не хватило. Я дала ему выбрать. Смерть или вечное одиночество на берегу. Ожидаемо. Ты ведь не любишь ломать вещи. Ну да. Я нахожу, ремонтирую. И соединяю. Мое имя Фрэджайл. Но я не хрупкая. Поработаешь со мной? Ты бы мне пригодился. Мир по-прежнему разбит. Как и раньше. Ну, разбит. Но мы-то живы. Мы двигаемся дальше. Нет, не все. Не я. Да брось. Ты ведь воссоединил Америку, помнишь? Но в ней нет места для меня. Меня ничто ни с кем не связывает. Я все равно, что мертвец. Я чувствую себя так же, как тогда в пещере. До сих пор. Не притворяйся, что ты все такой же. Ты научился касаться, чувствовать. Ты сблизился с людьми. С нами. Все, чего я касаюсь, умирает. Сэм! Пойдем, Лу. Последний поход.